Слушай, Юрий, а есть мысли, зачем Фиску этот порт? Никаких. Тебя встретит там мой офицер. Джефферсон Дэвис, это его участок. Он хороший коп и давно работает над делом Фиска. Вряд ли кто-то знает про этот порт больше, чем он. Если они хоть нос засунут в хранилище, я тебя прикончу. Понял, босс. Утроим защиту. Демоны не пройдут. Внимание! Демоны хотят обчистить наши тайники. Два мы уже потеряли. Босс может и за решеткой, но мы все еще отвечаем за его игрушки. Проверка связи. Орел 2 тут? Орел 2 на связи. На посту. Какие тайники обчищают демоны? Нужно убрать людей Фиска и выяснить, что они охраняют. Так или иначе, это не должно достаться ни Фиску, ни демонам. Везде снайперы. Пожалуй, сперва займусь ими. Тут так много мусора. Красиво развешанная паутина отвлекла бы внимание. У этого снайпера есть охранник. Время разделять и властвовать. Включаем. Что за черт? Здесь Человек-паук! Подождите, я слышу шум. Я слышу. Нужна помощь! Помогите мне! Кто здесь? Ты знаешь, что посторонним нельзя являться сюда и вести свои расследования? Да, я знаю. Вот я и принес ордер. Так может, проведем законное расследование? Звучит здорово. Как вас зовут? Офицер Дэвис.
Можно, Джефф? Ну, а ты? Я шучу. Мой сын твой фанат. Так, с ордером. Можно выбивать двери? Если заполню очень много бумажек. Ладно, я найду другой способ. Судя по всему, нужно искать дыру в стене или разбитое окно. Проверь сзади. Я бы сам пошел, но Человек-паук же у нас ты. Я как будто в фильме ужасов. Ау! Есть тут у вас злой рыбак с крюком вместо руки? Ладно, и где запертая дверь? Джефф, ты тут? Я уже с трудом сдерживаю себя от шуточек. Признателен. Видишь щиток электропитания двери? Ага, есть! Устрой перегрузку, и дверь должна открыться. Умно. Но у меня нет ничего, что вырабатывает ток. Попробуй. Электрошокер, гениально! Я как раз искал такие конденсаторы для улучшения костюма. Электропаутина рулит! Любишь технику? Ты как мой сын. В 5 лет он уже разбирал телевизоры. А сейчас взламывает телефоны друзьям. Похоже, у него есть чему поучиться. Так. Не вижу ничего незаконного. Я, пожалуй, разочарован. Не спеши. Давай обыщем тут все. Искать что-то особенное? Склад построили давным-давно. Он помнит времена сухого закона. Ага. Тогда спиртное хранили в тайниках. Вот здесь. Там что-то есть? Скрытая панель, такая же, как на входе. От нее идут провода, нужно найти электрощиток. Посмотрим, смогут ли мои линзы отыскать провода. Сработало? Не-а. Наверное, не тот щиток. Иди дальше. Я ее не открыл. Вам спасибо. Сам бы я ее не нашел. И у нас тут ничего. Раз есть один тайник, может быть и второй. Заметил что-нибудь на полу? Ага. Они могут спрятать дверь, но не царапины от нее. Смотри, нет ли таких еще. Бинго! Царапина, а двери нет. Я не вижу, по крайней мере. Отлично! Сейчас приду. Или не приду. Лифт застрял. Подождите, я затащу вас. Второй этаж. Ржавые детали, большие пищащие крысы. Осторожно, мост сломан. Я уже понял. Отлично! Акробатика на уровне! Не все мы жрем пончики. И то правда. Еще дверь в тайник. Я взломаю замок. Дай знать, когда найдешь электрощиток. Ага, займусь. Открылось? Нет. Дверь, наверное, питает другой щиток. Давно охотишься за фиском, да? Моя желанная добыча. Нашел! Готово! Вот молодец!
Эй, проверь-ка. Ничего. Мне начинает казаться, что Фиск так издевается надо мной. Взгляни на стены. Тут хранили оружие. Его бы не занесли сюда через переднюю дверь. Отсюда должен быть еще выход. Это стена. Здесь, похоже, проход в другую часть. Люди Фиска говорили о хранилище. Может, мы близко? Не сомневаюсь. Похоже, тут двойная схема. Поищи второй электрощиток. Нашел. Чисто. Вы были правы. Потайная дверь. Невероятно. Ты сможешь мне помочь? Тяжелая штука. Раз, два, три. И совсем не страшно. Наверное, старый туннель бутлегеров. И похоже, тут со времен Аль Капоне не прибирались. На пути большая куча бетона. Мне не пройти. Погляжу-ка я на это сверху. Тут есть где развернуться. Подождите. Я застрял. Сможешь помочь? Что это? Может, там метро? Поторопимся. Тут опасно. Ладно, это точно было не метро. Я. Скорее взрывчатка. Похоже на демонов. Хранилище! Быстрее! Вперед, быстрее! Черт! Демоны уже смылись! Как они нас опередили? Тут наверняка есть другой выход. Поищи. Здесь просто оружейный склад. Был. Не тронули то, что не убивает. Оставили дымовые гранаты, световые, электрошокеры. Бей и хватай. Они уходили в спешке. Тут есть закрытая комната, куда они не влезли. Зачем взламывать что-то, когда можно просто откинуть сетку и забрать оружие? Тут пустые ящики. И похоже, они забрали те, что не смогли вскрыть. Они взорвали замки, чтобы войти! Демоны. Будьте тут. Ну нет. Вдвоем у нас больше шансов. И еще с этим. Отъезжайте. Вперед. Давай! Стоп! Вы арестованы! Слушайте, двигайте! В укрытие! Вот о чем я говорю! Береги! Стреляю! Пригнись! Просто выпендриваетесь! А ты уплотнишься от пули! Окружу его! Я слегка впечатлен! Смотри дальше! Сзади! Отойди, оглушу его! Прикрою! Спасибо, очень вовремя! Иду на тебя! Самба! Хвой! Стоп! Вы как? Иди, я догоню! Если я когда-нибудь упущу два грузовика стрелков, я выброшу свой костюм. Не лучше. Тут куча этих парней. Они убьют кого-нибудь, если их не остановить. Я постараюсь догнать тебя, но пока ты сам по себе. Держитесь, Джефф, и не лезьте на рожон.
Они так могут подстрелить прохожего. Подберусь ближе. Пора на вы. Парни, для меня место есть? Отлично, тройка решила ходить по расписанию. Нам сообщают, что офицера зовут Джефферсон Дэвис. Он получил легкие ранения, и скоро его здоровье полностью поправится. Простите, мисс, а разве вам сюда можно? А тебе? После истории с аукционом меня перевели на городские новости. И я могу сосредоточиться на настоящих новостях, как это. И на демонах. Ты понимаешь, что чем ты ближе к ним, тем в большей опасности, да? Чем ближе я к ним, тем больше у нас будет шансов. У нас? Офицер Дэвис, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Я молчу. Я вас не виню. Но эти ребята свое расскажут с вами или без вас. И в скандалах они профи. А твоя цель? У меня ее нет. Я просто слушаю. Ладно. Садись. Она хороша. Как я устал. Пора домой и немного поспать.